Здравствуйте, друзья! Хочу оставить видеоотзыв о школе Никите Бурлакова. Это действительно школа, потому что мы начинали с самых маленьких азов и дошли до больших, можно сказать, до Млечного Пути. Там действительно все работает. Мы начинали с медитации и дошли до гипнотерапии. Это тоже вообще такая классная тема. Гипнотерапия — обалденная тема. Но я хочу рассказать по-другому. Я шел в школу именно с одной целью. Я хотел видеть, как видят слиперы, потому что мне было это очень интересно. Я до этого занимался, скажем так, сам погружался, пару раз погружали меня. Я ничего не видел, кроме темноты, там не было ничего, ничего не видел. И тут я начал заниматься потихоньку, и все начало раскрываться, пониматься. И дошло, и вот у меня в голове до сих пор эта картинка стоит, как я бегаю по Радужному мосту, уходящего с извилистого Млечный Путь. Там светло так, вообще красота. Это не описать, да, просто вот я бегаю такой в скафандре, такой по этому мосту, посидел на фиолетовом цвете, прыгнул с него в космос, там покувыркался, там действительно невесомость, я полетал в невесомости. Ну, это восхитительные чувства, просто восхитительные чувства. Я хочу сказать, школа действительно школа, потому что мы начинаем с азов. Начинается объяснение с азов. И без всякой воды все именно, все работает. Даются прекрасные пакеты информации. Даются прекрасные скрипты. Вот они. У меня вот они готовы, я их подготовил. И вот такой вот пакет скриптов. Бери и делай. Бери и практикуй. И понимаете, еще самое главное, что вот закончилась школа. И я твердо знаю, что мне делать, как мне делать. И как себя развивать. Поэтапно все объяснено, все рассказано. И сиди, и занимайся, и, как говорится, практикуй, и развивайся. И все только начинается. Остается, ребята, вам нажать кнопку и отправиться в космос. До встречи!